Клены, дубы, можжевельник, кедр, кизильник. 20 тысяч новых деревьев посадили в этом сезоне участники проекта «Зеленый город». И тем самым выполнили поручение главы города. Финальные посадки прошли в минувшие выходные в Октябрьском сквере и на улице Галкинской. Об итогах проекта расскажет Мария Зварова. Камешки у тебя будут, и вот эта веревочка будет тут. Ты запомнишь, хорошо? За своим деревцем второклассница Настя будет наблюдать в течение всего года и отмечать, как оно растет и развивается. Такой вот экологический урок для учеников второй гимназии. На улице Галкинской они высаживают целую аллею кизильника. Учителя и родители помогают и подсказывают. Мы сажаем деревья для того, чтобы было больше воздуха и чтобы был у нас зеленый город. Во-первых, очень интересен процесс, конечно. Работают родители вместе с детьми, и происходит взаимодействие, и ребята принимают свое участие, вкладывают свой труд и душу. А вот клены, дубы и можжевельник украсят Октябрьский сквер. Здесь работают студенты, представители общественных организаций и просто инициативные волокжане. Здорово сделать что-то для города. В целом для окружающей среды такие акции должны проводиться чаще, и тогда весь наш город, вся наша планета будет намного зеленее и добрее. Проект «Зеленый город» реализуется в Вологде четвертый год. Его новый сезон стартовал весной. Затем посадки продолжились осенью. К работе подключились более 200 предприятий и организаций города. А в последний месяц зеленую эстафету передавали от организации к организации. В итоге поставленная главой города Евгением Шулеповым задача посадить в этом году 20 тысяч деревьев полностью выполнена. Молодые саженцы сейчас украшают разные уголки Вологды. Парки, скверы, жилые зоны, городские улицы. Весной у нас вновь возобновится эта работа, и нынешние участники, вот в том числе акции «Зеленая волна», уже вместе с нами говорят о том, что мы готовы участвовать, готовы заявляться, готовы приводить с собой людей, детей своих. Работы хватит на всех. И именно благодаря общим усилиям волокжан и городских властей областная столица становится зеленым городом. А в планах на ближайшие годы, чтобы каждый житель высадил хотя бы одно дерево. Тогда более 300 тысяч новых деревьев украсят Вологду. Мария Зварова, Максим Тышковец, Вологда-Портал.